Этот рекламный щит на Южном шоссе появился незаконно. Его владелец не согласовал место и за право установки не заплатил ни копейки в городской бюджет, чем нарушил федеральный закон о рекламе. Такому щиту не место на улицах Самары. Не просто демонтаж конструкции, но и его утилизация. То есть конструкция разрезается на металлолом, на составляющие части. Металлолом сдается по цене лома, и деньги, вырученные за этот лом, поступают в бюджет города Самары. Найти владельцев незаконных рекламных щитов очень трудно. Им выгоднее потерять одну такую конструкцию, чем заплатить за нее. Штраф составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Чтобы убрать незаконный объект, бригаде из 5 человек нужно меньше часа. От 15 до 40 минут. А чего зависит? Это зависит от сложности конструкции, зависит от сложности расположения. То есть где расположен доступ, как закопано фундамент или нет. С начала года в Самаре убрали более 60 незаконных рекламных конструкций. По плану до конца года избавиться еще более чем от 300. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.